Завершает наш выпуск традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». Вот о чем расскажут журналисты печатного издания. В Мурманской области готовится дорожная карта системного развития здравоохранения. Самое важное – зарплаты. В Мурманске продолжаются большие дорожные ремонты. Почему работы выполняют только ночью, выяснили журналисты «Вечерки». Как получить выплату на второго ребенка из средств мат-капитала? Куда обращаться за субсидией на сборы в школу первоклашек? Как ходит в аэропорт ночной автобус? Ответы на эти и другие вопросы ищите в свежем номере газеты «Вечерний Мурманск».